5 ребаф дали. РДДшники, кстати, вокруг креста по 2 человека, ренжа 10 метров. Уже можете ренжу набирать и стать вокруг креста. Мы стоим все с одной половины. Ту половину правую не трогаем. Ну, найду, если кто сдох, то сниму потом 250. Свирепое бадание? Все, РДДшники, пошли. Вот. Смотрите, по 2 человека вот так рендж 10 метров стали РДДшники. Ну, не знаю, как называть теперь. Все, давайте, давайте. Ну, что стоишь, киберкотлет? Ешь рыбу и этот, и погнал. Кто такое? А, Паша, ты ничего не видишь. Давайте быстрее немного соображайте, плес. Да джиф с тобой поставили. Не слушай, кто там говорит. Здесь нельзя банить. Здесь нужно заливать. Также магии. Просьба. Краш... Силифей знаю, ты справишься с этим. Смотри, когда соберешь стаки, вначале будут стаки, потом сразу появляются големы. Ты вначале забрал стаки, максимально быстро бурстишь в пенек. Потом, когда пробурстился в пенек, выбираешь кого-нибудь голема, которого никто не бьет, отбегаешь еще дальше и просто бьешь его, чтобы он загрелся на тебя. От миликов подальше. И убегаешь. Я то же самое сделаю, тоже по-другому голему, и уведу его тоже от миликов. Все, еще раз готовность на пол. Если все готовы, запускаем босса. Еще раз повторяю, РДД по 2 человека, полукругом, по 2. Один в одного зайдите. И такие мелкие группы 10 метров рейнджа. Можете прописать слэш рейндж 10, и вам покажет ДБМ, блядь, насколько нужно отбежать. Для чего это делается? У босса есть каст, который не сбивается. Он может пройти под стаками. Если будет рядом много людей, он просто убьет всех рядом. Если будет 2 человека только, он убьет только 2 людей. Также не забывайте, появляется пенек, РДДшники отошли назад. Все, абсолютно все уходят назад. Но приоритет всегда снять стаки. И это делают абсолютно все, кто это может сделать. Это самое, Паш, буревестник, кинь на шнурки орехи свои. Да, давай на шнурки, Женька кинь на сатсуне, а Псанька закидывай на Петю, этот, ну ты понял, короче, зубы у него. Также Войд, видишь, что без команды, если все очень херово, там проседай по ХП, сразу гимн нажимай, ты первый. Саня, когда нажать, я за команду. Все, запомнили, на пулы отдали в пиноколаду. Во время пенька можно на пул никотин отдавать в любого милика. Ну, не в любого, в трояна какого-нибудь закидывай. Когда будет пенек. Будет пенек. Все, играем по лорду Джараксусу. Бурсты не тратьте. Косты сбивайте. Санька, приоритетом милизону. Читовать. Сыграли поворотом, все абсолютно поворотом. Якату прохил, нажми темнеющая массакру. Буревестника прохил. Касту босса Вова. Сбей. Сатсуны выбежал. Сыграли по бабе. Под боссом, которая. Сатсуны прохиливайте. Скоро стаки будут у босса. Стаки сняли, все, кто могут. Быстро, 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 еще 4. Хорошо, молодцы. Сатсуны прохили. Шотный трэш надо. Играем по трэшу. Трэш, трэш, трэш. По бабам. Две штуки. И на пол его. Так, мне не показывает, через сколько големы есть у кого. Из морски выбежал. 15 секунд показывает. Далеко не убегает. Сколько? 10. Скибиди, жми этот троянский бомжей. Скоро будут стаки на боссе. Геру отдали. Yes. Поместимся. Жми бомжей кто-нибудь.
снять стаки с босса сняли. РДшники отошли назад, нажимай избаунд, Вова. Играем по пеньку все. Войдж ми гимн. Милики, кого мало хп, убегаете. Играйте по големам сейчас все. Сатуны выбежал. Продли год хелп массакру. Саня, Мавар, нажми гимн, Якату прохильте. Отлично. Также станьте по два человека. Каз сбейте. Вот теперь показывает. Минута 20. У кого бомжи остались? Скибиди прохильте. Идея, я один сдавал их. А, Женек, Пин, Вова, стаки сняли. Быстро. Еще. Хорошо. Краш-тест выбежал, Лок. Лок, не стой на месте, беги. Прохилился, только смотри, чтобы тебя хилять могли, далеко не убегая. Каз сбили. Все, еще один портал пережить. Портал по порталу сыграли, он почему-то с другой стороны босса, видимо, двигали. У кого череп? Яката, выбеги пока, чтобы тебя не убило. Все, прохилили, может бить. Бабу заберите с РДшников. Добили его бабы, по бабам. Бета-тестер выбежал. Каз сбейте. Прохильте. Скоро будут стаки сняли. Буревестника прохил. Големы через 30 секунд. Каз сбили. Бурсты оставляете на пенек. Бабу еще нужно успеть добить за 20 секунд. Каз на боссе. Киберкотлету прохил. Свободных бомжей Сильфейс выбежал. Скоро стаки на боссе, кастуйте бомжей свободных. Стаки сняли. Стаки. И сыграли по этому, по пеньку все. Нажми этот темнеющий массакру. У кого мало хп, милики, отбегайте. Капанилу прохильте приоритетом. Нажми, Саня, гимн, если есть. Захильте, точечно, ёб вашу мать. Вы чё, блядь? Ты сказал же... Ебать. Падайте. Мы же не убьём. Не хватит урона. Пойдите. Во мне прилетела только одна быстрина, блядь, и тик. Тут новое исцеление, последнее. Видите, тупят силы. Тоже Санька, кто там еще, Яката. Скиньтесь ему по этому, по возложению рук, кто-нибудь один. Да, Женя, в Godhelp ты можешь подбегать и, типа, ману регенить. Тут хпал по мане не просаживается. Саш, что? Женя! Мы первых отхилили, просто здесь, блядь, все набежали в кучу. Ним. Женя, тебе не запрещали в мили приходить. Тебе сказали, когда големы, ты уходишь автоматически с мили. Когда големы. А так в мили ты можешь быть. Но ты не находишься в мили, когда появляются големы. Заранее уходит. Так. Ладно. Ничего страшного. До первого раза, в принципе, неплохо. Кушайте рыбу. Сейчас я сделаю ревок у меня, потому что не пока... Ну, хотя кто-нибудь подскажет первый вулкан. Страсть Вова вообще не двигать босса, почему-то какого-то хрена портал с другой стороны появился. Видимо, из-за того, что босс немного двигался. Он раздавал, молнию как раз давал просто. Да, вот когда молнию кастует, он ставит портал, тогда он с другой стороны. Это тайминги. Ну, тогда чисто не повезло с этим в этом деле. Ничего страшного. Все, в принципе, все нормально. Все то же самое. Как вы заметили, самое главное выжить. Приоритет всегда прохилить череп. Блядь, даже если потеряете милика, приоритет все равно череп. Милик сам будет частично виноват, что не отбежал. Череп — это всегда приоритет. Не прохиливайте череп — это сразу смерть. Для всего рейда почти. Поэтому хилите по-любому. Также череп сам не убегает хилов. Хилы находятся в районе креста все. Туда и убегайте. Ближе к стенке, к кресту. Вас прохилили. Все, готовность еще раз.
Все готовы. Женек, чего не хватает? Все. Женек, ты тут? Плюс они в чат, что не это показало. Тут, не тут. Да, тут. Все, считаю до пяти, Вова, пуляй с босса. Раз, два, три, четыре, пять. Готов все ловить. Косты старайтесь под конец сбивать. Будет меньше костов тогда. Если они не по таймингу. Смотрите, Щелефейс, Буревестник, очень много людей рядом стоит. Немножко ренджу набери. Сыграли по порталу. Темнеющий, отдай массакру. И Годхелпа нужно прохилить. У кого вы ХП милики, отбегаете. Скоро будут сразу на боссе стаки. Зенек выбежал. И по бабе играем. Приготовились, скоро стаки будут. Топанила прохил, каз сбили, стаки сняли. Быстрее, стаки долго снимаются очень, ребята. Он прохил. Он залей сразу иннер, good help. Женя, можешь идти ману восстанавливать. Играйте по байбе. Теперь сколько портал появится? Портал этот. 18. Буревестник пасту выбежал. Скажите, когда 5 секунд будет, дадим Геру и пойдем уже готовиться. Void Spirit прохил. Void, подбегите, я, наверное, не спит. Гера. Все, Геру дали, каз сбили, приготовились так и снять. Так и сняли, нажми из Вова айсбаум. РДшники отошли назад. Сыграли по вулкану. Играем по големам. Продли, Женя, good help. Массакрой. И Void закастуй гимн, если есть. Сосуны выбежал. И Мавара прохил. Мавара прохил сейчас с приоритетом. Каз сбили. Молодцы, никто не сдох. Каст сбили. Потемнеющий из морских залей иннер. По скибиди и киберкотлета стаки с босса сняли. Каст сбили. Хики выбежал. Скоро портал появится. Каст сбили. Сыграли по порталу все. Про свои прожимочки отдайте. Войд. Войда прохил. Бета-тестер, отбеги пока. Никотин тоже. Приготовьтесь, скоро на боссе стаки будут, по бабам играем. Вояката выбежал. Стаки сняли, каз сбили. Быстрее стаки, быстрее. Еще два. Хорошо. Войд, закастуй гимномана. Кадаму прохил. Каст. Последнюю бабу добить. Да, приготовились РДшники стаки забрать. Петя выбежал. Кастуйте бомжей свободных, всех, у кого есть. Капитана нефть прохилить, приоритетом сейчас. Стаки приготовились забирать. Сняли стаки. Играли по порталу. А не портал по пеньку, он с другой стороны появился. Жми массакру темнеющая, по идее у тебя должна быть. Сыграли по голему, у кого мало хп отбежали. Якату прохил. Женек выбежал. Молодцы. Прохил всех, скоро будут стаки снова. Крас сбили. Так, по... Свободный иннер по никому не надо, в принципе. Да, сбили. Так, и сняли. Быстро. Еще 4. Ну, 2. Хорошо. Молодцы. Да, сбили. Еще один вулкан будет. Что-то уровня сегодня мало. Сыграли по... Нурки прохил, Галина, отбеги немножко от пока портала. Прохильте, Сани, нажми гимн. Касту босса сбейте. Хотя, может, и не будет, давай.
Играем по бабам. Скоро будут стаки, приготовили. Сняли все стаки. Абсолютно все, кто могут. Еще 6. Капанил выбежал. По бабам сыграли. Каз сбили. Капанила прокильте. С урона мало, да, будет еще один. Каст сбили. Древесник прохил, скоро приготовились, будет еще один пенек. Яката выбежал. Это то же самое, скоро каст, стаки, пенек. Вова айсбаунд отдать. 7 секунд. Отдавай. Нажми good help тогда, массакру, пока не отдавай Вова. Играем по вулкану. Каст бейте у босса. Женя, ой, Вова, готовься через 4 секунды отдавать. Прохильте всех, у кого гимн, Саню прохильте. Сасуне, Сасуне прохил быстрее. Вова, жми Вова. Играли. Все, добивайте босса. Зеленый выбежал. Закастуй гимн на ману, если есть у кого-то свободный. И инер по ону свободный. Один заглейте киберкотлета. Давай. Все, добейте босса просто. Молодцы. Стаки сняли, стаки. Обязательно, ты сейчас всех можешь. Все, молодцы. Арбалет. Вова, прыгай в ДДшника. Вова, прыгай в ДДшника. И теперь вас ждет новый противник. Блядь, а есть смысл тратить нахуй ИП на этот, блядь, арбалет, если, блядь, один куск рожа нужно, как думаете? Смотри, в том-то и дело, что есть смысл, потому что ты единственный, кто будешь его по приоритету первому ролить, потому что у второго ханта есть. Ну ты его за минимум заберешь, что ли? Ну, похуй для коллекции. Да я не знаю, я вообще чувствую себя дерьмом ебаным на этом ханте, блядь, тут с вами. Ебаная дырка, которая напуливается, соблюдает тактику, все, блядь. Так, все нормально. Запустите босса, отойдите. Я бы этот арбалетик спиздил. Ну, смотри, он Егора больше жапнет, ты с этим согласен? Да не, похуй, пускай берет. Пускай берет. Если он хочет менять. Если ты собираешься его забирать, ты забираешь по-любому в приоритете. Если нет, то заберет Петя. Все, короче, Петя в танка. Петя в танка. Бета-тестер. Какие там, Женя, надо темы поставить? Скибизи. Очищение трепета. Вот, с тебя будет два тотема очищения трепета, где тебе покажут Петя. Темнеющая, ты идешь вместе с Good Help'ом, вы там вдвоем хилите. Вместе с Good Help'ом. Он знает, где хилить, борс-то в нем стоит. С ним стоит. Отойди немножко, Суня. Во славу Альянса Герои! Ну вы меня киньте к Петру. Не, там бета-тестер поставит. Оставайся. Вот. Смотри, Санька, не за агри. А кто меня хилит? Тебя хилит темнеющая и Good Help. Хорошо. Так, темнеющая, ты хилил здесь, знаешь, как хилить или не хилил? Да, капитан. Не знаю, ты ему что. Да, это что, не знаешь или знаешь? Ведь частицу. Справа надо, да, идти. Молодец. Я с центра зайду и отведу. Да, мы будем справа начинать бой. Иди покажи, Петя, где бета-тестеру тотему поставить. Тотем трепета и тотем очищения. Подщит Альянса, вот сюда. Все, идите все в район квадрата, сейчас я его поставлю. Абсолютно все, даже чуть дальше его сейчас уберу. Вот сюда.
Крест сейчас будет метка. Это заметка, за которую мы не забегаем. То есть вот за эту метку мы не должны забегать. Это максимум, куда мы можем двигаться в эту сторону. Абсолютно никто не двигается больше в эту сторону. Теперь мы играем все по черепу. Все по черепу играем. Два хила хэпала, хилят танка. Должны будут хилить танка. Теперь очень важный момент. Должны будут отдаты быть отданы контроли. Это будет самое важное. Также краш-тест доставай суккубу. И ты ее отправишь на печеньку. На печеньку ты ее не сразу отправишь. Когда человек пойдет гриппать, тогда и отправишь. Далее. Луну. Ты изгоняешь, когда она подбегает к нам. Луну ты изгоняешь. Конечно, ставлю все остальные метки. Так, теперь по контролям. Все играем по черепу. Дальше важно отдавать контроли. Отдавать контроли. У нас должно быть обязательно законтролено две цели. Это трусы и квадрат. Прям вообще обязательно. Не будут законтролены, мы сдыхаем. Это в приоритете. Киберкотлета ты остаешься в сове, не нажимаешь никогда Starfall. Ну, пока тебе команду не дадут нажать Starfall. Дальше. Также все остальные не бьют АОЕшками. Единственный момент, когда можно бить АОЕшками, я его тоже скажу. Там потом, когда пару мобов убьем. Так все бьют точечно. По ферам. Первый отдашь шнурки, если подбегут к нам. Потом продлит войд. Наконец подойдет, что отдаст новак. Кадама будет и под нас ледяную трапу кидать. Егорка по нему закинешь чисто трапу на того, кто будет бежать. Там на РДДшника какого-нибудь, на Милика, на Хила, неважно. Если Милик в идеале не должен там бежать. Далее. По контролям. Должна быть обязательно законтролен квадрат. Первый, кто контролит квадрат, это буду я, наверное. Моего нафиг. Нет, не давай, не я. Киберкотлета. Видишь, к нам подбежала Луна, твоя задача отдать 3 ветерка. Отдаешь 3 ветерка в него. Потом идет Диминишинг, отдает контроль Силифейс. Силифейс отдает контроль. Да, отдает 3 хикса. Закончился этот, идет Диминишинг, отдал краш-тест 3 фера. Потом трусы. Первый контролит трусы. Давай, буду я, потому что это не доверяю этому. Буду первый я, определенно. Отдаю 3 хикса. После 3 хиксов контролит Ону. Отдает 3 ветерка. И последний, кто будет контролить, бета-тестер, отдает тоже хекс. Смотрите, не сбивайте контроли АОЕшным уроном. Все играют тупо точно. Также, запомни печеньку. Капитан Нефть. Печенька подбежала к нам. Вот, на угол. Вот ты стоишь, вот, допустим, где-нибудь здесь, печенька подбежала в твоей доступности, ты закидываешь в нее хекс. Также запомни печеньку буревестник. Буревестник. И Женя скибиди, запомни тоже трусы. Войд на диспеле. Все остальные бьют босса. Без ауешек. Первый идет гриппать у нас Троянский, потом Бухой, потом Пинаколада, потом Женек. Все, ставлю рыбу. И мы пуляем босса. Купите рыбу. Троянский, Бухой, Женек. Троянский, Бухой, Пинаколада, Женек. Также лог. Твоя задача, опять же, как по возможности. У тебя много задач. Но твоя задача по возможности раскидать на всех кастерах красноязычие. То есть ты в основном не бьешь, ты в основном делаешь всякую грязь для них. Контролишь и так далее. Также все маги доставайте сразу Frost Armor. Надевайте его. Но вас игра была меньше. В ролике, блядь, делай грязь. Да, заходите все в квадрат. Идите все в квадрат. Сейчас абсолютно все, кроме 2 хэпалов, вара. И этого Троянского.
Все остальные в квадрат. Назад чуть-чуть сдай в дикей. Они сами к вам побегут, и тогда ты подойдешь, грипнешь. Первый. Второй момент. Перед пулом бета-тестер обновишь тотемы, вернешься обратно, и после этого только. Иди и обнови тотемы уже. И пойдем, и передвигай к нам. Ну, обновил он и не обновил? Нет. Иди, обнови тотемы и будем сразу запускать. Только перебеги к нам, чтоб на тебя не загрелись. Как он обновит тотемы, побежит назад, обновляйте частицы. Обновляйте частицы. Все, беги, бета-тестер. Можешь через центр бежать. Беги через центр, чтобы быстрее было. Меня ж не будут запускать. Все, добавим пул. Петя, видно мой добавим пул? Кого грипать? Антон? Череп! Иди, грипай, череп. Сейчас, все, отвернулись какие надо. Бухой, грипай. Все, дали геру, дали контрольник, квадрат. Прохил. Сая там под щитом, вы че? Падайте. Сделали все нормально, кроме хилов. Они спросил, знаете как хилить? Знаю. Саня, прыгай в хила. Я же сказал, ворвусь в центр. А значит, надо будет побежать по хилу. Ну конечно пробило, его же все ебашат, все абсолютно, все, сразу. Кого пробило? Смотрим ХПС. ВС в хите, а? 25-17, все. 25-17, все. Так нам нон-стопом кастовать свет небес, проявлять с самого пула, нахуй. Да им самим надо стоять в районе ворот, а не в районе красного щита, вы чё? Ну, съебались за километр, я сейчас, значит, слиться не затягивал. Так, темнеющий, иди и хиль рейд, тогда Сасуна похилит. Там. Только Санька. Все будет сейчас торт. Ресты, повесьте еще на Петю антифир на всякий случай. Да, кстати, Войд, закинь на него сразу антифир. Ну, вставайте, киберкотлета, Силифейс, Изморский. Чего вы ждете, блин? Все, ставлю рыбу. Также не жалейте, опять же, никаких припотов. Все нажимаете. Хотите убить, не остаться. Не тупить здесь, быстро убить. Поэтому жмите. Подожди, сейчас все заново будет назначено. Сейчас новые мобы, новые... И сейчас будет полмесяца пробует тезда. Вообще-то не полмесяц, твой квадрат был, киберкотлета. Вот заебись, как вы слушаете, блядь. Понятное дело, чему мы падаем. Блядь, жопой слушайте. Включите этот ледяной доспех маги все. Лок тоже защитный доспех. Ой, да упадем. Потому что да мелики будем, все идут, и это 100% вайп. Ну это не 100%, я с тобой согласен, Войд, но, блять, зачем жизнь усложнять? Лучше просто упасть, Войд, заново пойти. Ты убивал, идеально. Ты был в вечерней гильдии, которую люди контролят. У нас трех персонажей иногда законтролить не могут. А тут будет 6 мелик, ой, 3 мелика и еще остальные. Все, тихо. Войд, тихо. Играем по черепу. То же самое. Играем по черепу. По черепу. Я просто через чат вижу. Надо закрыть твой чат, чтобы я его не видел. Все, заебись. Нет. Не читайте чат, закройте его тоже. Играем по черепу. По черепу. Квадрат. Напоминаю, кто первый контролит. Киберкотлета. Запоминай цель, квадрат. Твоя задача будет подбежит к нам квадрат, законтролить квадрат. Три торнадо.
после трех торнадо закидывает Силифейс 3 хикса. После трех хиксов закидывает краш-тест 3 фера. Далее. Там очень далеко, но вот стоят трусы. Они тоже к нам подбегут по трусам. Первый контроль отдает определенно, после определенно отдает, я не заметил, что у нас еще второй код, изморский отдает 3 ветерка. После изморского бета-тестер хекс отдает. Также суккубу ты теперь отправляешь на печеньку. Когда я сказал грипп, а ты сразу отдаешь грипп. Ну, точнее, отдаешь суккубу на печеньку. Нет, давай не на печеньку, на луну. Не на луну, а на трусы, извиняюсь. Давай на трусы. Хорошо? Запомнил? Трусы, трусы. Все, отлично. Потом, когда три контроля твоих отпойдет, я потом его фиксы закину. Далее. Далее. Луну ты изгоняешь в краш-тест. На кастерах стараешься развесить краснояз. И, в принципе, все. Трусы. Трусы, квадрат. Сейчас нам проще. Нужно законтролить всего две метки. Трусы и квадрат. Это контролим, не теряем танка, босс умирает очень легко. Геру даем с пула, когда к нам грипнут моба. Так, рыбу я ставил, да. Силифейс отдал. Все, готовность на пул. Все стали в квадрат. Яката, Буревестник, Скибиди, Киберкотлета. А уешками не бьем Кадама. Кадама. Тебе нельзя. Ну, только если там аккуратно. Но, блин, лучше не стоит, потому что если не ты сначала. Не умеешь это делать. Не да, сначала. Не сначала. Если Петя скажет, то можно будет подбегать, но и нужно будет это правильно делать. Ты, то есть, бежишь по стеночке и на Макс РНЖ это делает. А так нельзя, потому что ты на себя сорвешь всех миликов и ты вайпишь на всех. Она сейчас Сацуна захилит, я в него верю. А тут есть Сацуны, да, он сейчас захилит. Ты лучше следи за маной Сацуны и следи за маной Гудхелпа. Ну, я тоже буду стараться следить за их маной. Если они сейчас садятся по мане, лучше подбеги им и нарзалей. И убеги. Этим ты поможешь очень сильно. Так, еще раз готовность на пол. Фласки закончены. Да, перепейте фласки, перемажьте масло. Фласки можете ЛКшные выпить сейчас, разрешаю. БКшные, ЛКшные, как кто выпьет. Кто не жив и нормальный челик, выпейте БКшные. Все. Давайте по тут. Теме. По теме. Все готовы? Еще раз, последний лучше. Буревестник, Скибиди, Женек, Шнурки. Все, все готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Приготовились. Подожди. Все, эти гриппы. Отправляй. Дали следующий грипп, дали Геру. Играем все по черепу. Шабат ушел. Вам шабат ушел. Ничего страшного. Квадрат, трусы, законтролить. Недалеко еще. Подбеги квадрат, законтроль, киберкотлета. Обязательно. Так, трусы, отдаю контроль. Играйте по черепу. Все, я фиксы отдаю трусам. Есть три хикса сейчас. Играем по черепу. Череп добьем, играем по квадрату. Я по контролю. Киберкотлету прохильте. Нужно продлить контроль трусам. Поширяйте трусы. Смотрите, уешками бейте. Играем сейчас по трус... Диспелл череп. БР он по киберкотлете. Играем по трусам, квадрат контролем. Квадрат законтролить. Обязательно стреляет, отдал хекс. По очереди контролите. А уешками никто не бьет, бьем все по трусам.
Законтрольте кто-нибудь еще звездочку. ОЕСками не бейте, пожалуйста. Квадрат, опять нужно законтролить. Отдал хекс. Еще один хекс отдал. Все, Диминишлинг, попробуй пофилять его. И смотрите, у нас Шабат бегает. Его кайтите по ледяной трапе. Квадрат, законтрольте. Маздиспал по трусам. Сейчас поставлю на Шабата череп. Череп нужно будет кайтить. Не бей, не стойте лицом, не ловите его. Играем по трусам, по трусам. Квадрат отдаем в контроль. Квадрат пока не трогается, ловушки стоит. Череп контролем. Ну, сейчас по квадрату играем. Не сбивайте контроль печеньки. Все, печеньку нужно подфилять там или в торнадо закинуть. И смотрите, череп. Просто бегайте по ледяной трапе, кайтите его. После торнадо продлю ледяную ловушку. Еще одну торнадо закинь, печенье. Череп лицом, лица не лицом, череп не танчите. Квадрат, грипните на трапу ледяную. Череп приморозу. Звездочки Хекса дам. Смотрите, не сбейте контроль. Да кто и бьет? Ну аккуратно, шок какой-то залетим. Нет, там по КД на всех висит эффект зерной ловушки. Я смотрю. Это единственный хант делает. Хант, ты... Тотемы кончились. Тотемы кончились. Так что дискуйте. Можете поближе подойти. Ладно, смотрите, чтоб лицом не танчил никто. Так, Изморд, кидай еще по киберкотлете, БР. Киберкотлета, вставай. Опять это ТМ на меня не действует. Изморский, киберкотлете, дай БР. Капитан нефти забырил, ну похуй, дайте капитан нефти тогда. Играйте сейчас по черепу. Все. Где он? А, он убежал. Все, не-не-не, не по черепу, сорян, он убежал. В пизду его. По звездочке. А, он убежал, это я его убежал. А, красавчик. Играем по звездочке, печеньку контролем. Ты не в того дал, братан, ну ладно. Чуть поближе. Печеньку за контролем. Да кто взрывную тапку, блядь, ставит эту вонючую, ёб твою. Единственный хант, наверное. Когда мы это 100% делаем? Конечно. Иди, Кейв, во власти льда подойди ко мне. Понимаешь, что контроль избивает с этой ледяной огненной трапой? Забудь вообще про нее. Продвигай. Бегай, 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 бегай. А им долги ты. Диспел Вилану. Там две ходки висит на ней. Геру дали, надо задиспелить всех. На дереве Гера еще тоже. Все нормально, изгнали. Дальше бьем печеньку. Диспел звездочку. Все, можете бить его ЕСками. Дальше. Играем по печеньке, луну держите, грипните к печеньке, можно вместе бежать. Сядь кто-нибудь на луну, сбивать косты, больше не контрольте их. Убивайте косты, главное. Давай, Вова, никотин, ты сядь и... Кто там еще есть рядом? Пинаколада, Вова, второй, помоги. Все, сейчас можете все там стартфолы, хуёвы, вот эту вот всю хуйню нажимать.
ком, чтобы сейчас висит? Там троянский его красавчик. Не-не, сейчас нахапала на ком. Нахапала. Иди, грибни этого. Иди забери его сюда к нам уже. Все, сейчас бейте также по луне, череп лицом не танчите, то он вам лицо сломает быстро. То есть бегаете по ледяной трапе, сел он на вас и кайтесь его по ледяной трапе. Все остальные просто продолжают бить. И вот бегаете по кругу. Вот ледяные трапы там эти закидываете в него. Оковы. Дальше по черепу играем. Все. Добиваем череп. Дальше там от гриппаем ромб, убиваем ромб. Следующая цель будет. Можете идти уже один человек за ромбом. То же самое, сейчас двух миликов придется катить пальцем, не стой, не лови лицом. Вон, по ледяным трапам просто забегите, заведите ромб на ледяную. Все, можете пойти еще грипнуть череп, не череп, а крест. Было проще. То же самое в гайдите. Оковы, трапа, лицом не танчите. Вон, капитан Невс, видишь, тебя бьет, убеги просто его. И бегай вокруг ледяной трапы. Капитан Невс, красавчик. Санька Мавар, закастуй гимн ману. И из Морски закинь иннер по магу определенно. Все, добивайте крест, петь мост сам вести к нам. Последнего ДКшника. Ну, те, кто первый раз здесь, в принципе, молодцы. Сейчас на ДКшника череп поставлю, чтобы было было видно. Ой, блядь. Те, кто второй раз, они изначально, в принципе, должны все правильно делать. Этот босс не убивается по-другому, если это все не делать. Адекватно. Третий раз так вообще батя, да. Все, сейчас потом с центра бота-тест... А, там уже нету тотемов. Понял. Все убираете с центра. Ребафайте. Киберкотлета в танка, Петя оставайся в танке, Пинаколада в танка, так это три танка, и Жвенек тоже в танк. После сегодняшних потерь мы стали... Сацуны в ДД. Сацуны в ДД. Кто там у нас еще? У нас 5 хоть кило. Женька в Элема. Танечек, давай лучше паладинов уберем, а я хоть стою на масс-хиле, или они справятся. А, ну, в принципе, здесь можно, да. Ладно, Женя Гудхелп, давай ты в ДД. Женя Гудхелп, ты в ДД. Пусть лучше Петю в ДД, блядь, а его в танке. Справедливое замечание, но ему надо улетать будет. Петя по-любому в танке пусть остается, на следующего босса Петя в любом случае в танке. Да нормально, у нас урона хватит, думаю. Не хватит, то тогда спекнем. Давай, Женя, в ретрика, чтоб не улетал. Что, напуливать?
Ой, пинатами, да. Так, да. Теперь запустите босса. Все берут темную, кроме Жденька, Киберкотлеты и Хики. И Капанила. Они берут светлую. Все остальные берут темную. Оставьте шкаф. Нужно засумонить Жденька. Сразу кушайте рыбу. Все. Босса никто не бьет, пока я не сказал. Также бурсты сразу тоже не отдавайте, чтобы... Спокойно пинаколаду напулили, шпон агра набрал, и все было красиво. Да я, короче, похуй на цифры, я разрежу прям в темную фул бурсту сразу, а потом сменю цвет. Да, вот так и надо. Да, так и делай. Что-то пизда мне так хуёво, походу опять температура. Если чё, меня диссоции нахуй. Главное на пуль. Угу. Егор, все отлично. Скажем так, одного из сложных боссов мы уже прошли. Остался фистану посложнее. Ну я что-то, блядь, смотрю по урону, у нас так пиздец мод. Угу. Ну я на нуб точно не трай, и все, потом не надел один домашний. Поставим на другой день ануба, если что. Урона сегодня очень мало. Да. Все, кушайте рыбу все. Сейчас можете уже пить, ставить нормальные доспехи. Нормальные там эти дедекные доспехи свои. Так. Киберкотлета. Тебя касается. Сферу хоть раз ловил. Смотри. Ты берешь светлую сейчас, на данный момент, и ловишь светлые сферки. Как это делать? Твоя задача, чтобы ни одна сферка в нас не залетела. Ты будешь ловить сферки слева. Вот бегаешь вот так вот слева. И ловишь сферки. В мишке. Летят белые в нас, ты должен их словить, чтобы они залетели в рейд. Твоя сторона, запомни, левая всегда. То есть, когда мы стоим вот здесь, ты ловишь вот так слева. Петя ловит сферки справа. Вот, Петя будет так справа бегать ловить. И Женек ловит сферки сзади. То есть у нас ни одна белая сфера не должна залететь. Смотри, такой момент. Киберкотлета. Мы меняем цвет, когда я скажу там смена цвета. Мы взяли светлое. Твоя же задача ловить противоположные сферы. Что ты для этого должен сделать? Ты пойти должен взять темную и ловить темную. Понятно? То есть ты всегда ловишь с противоположного цвета сферки. Ну все. В принципе, это вся тактика для тебя. Тогда мы бери темную. И погнали. Готовность. Вова, без ДБМ Апула, когда скажу, Галина, Киберкотлета, чего не хватает? Все, всем все хватает. Считаю до 5, Вова, идешь, пуляешь. Никто босса не бьет, повторяю. 1, 2, 3, 4, 5. Поехали. Могут только на пульщики бить. Веди, Вова. Прохил. Все, можете бить по звездочке, бьете. По светлой. Но не бурстите. Мне не показывает спецспособность, когда заносите. Дайте пристабав кто-нибудь. И на кладу прохильте. Женя, ну куда ты бегаешь? Сраку защищай, стой на жопе. Все, ты тут заднюю часть проебал. Пиздец, блядь. Пизда. Падайте. Но это не ваша вина, это сейчас Женек тупо сейчас нас заруинит. Правая сторона моя. Ты тут сзади должен стоять. Хузины. Кому чего объясняют? Да я вообще просто иногда хуеваю, блядь. По 10 раз говорю, блядь. И все равно. Да тут даже дело в том, что ты говоришь, не говоришь, нахуй. Охуенно, человек пробегает. Давайте я один раз всем сразу объясню, что от них требуется на этих шариках. А то постоянно какой-то долбоебизм происходит. Давайте я один раз объясню. Понимаешь, он просто пробежал сферу, которую нужно словить, побежал направо, нахуй. Центральную, блядь, целенаправленно пропустил. Я тебе говорю, это вообще просто, как будто цель слови шарик.
Нету цели словить шарик, есть цель, блядь, защитить от белой сферы пачку темных, ну, то под темным дебафом стоит. Все, что летит мимо, пускай оно летит мимо. Все, что летит не с твоей стороны, ты хуй забиваешь, это не твой косяк, если она летит в рейд. Но ты проебал со своей стороны, значит, ты виноват, тебе минус ЕП. Все. Вот так это давно работает. Да, именно так. Рыба? Ну, Женя, good help, заходи. Тебя только ждем. Ты же тем более уже ловил, блин, сферки. Должен знать, как это делать. Вот и все. Женя. Заебись нахуй. А что ты написал? Вот и белый чат, пацаны замутили. Он сейчас зайдет мне в Discord. Карма, сука, злая. Рыба. Стоит. Рыбу я не специально не ставил, еще для того, чтобы это среднего человека. Рыбу поставили сами. Надо, блядь, вплотную к ней подойти. Вот посмотрите белую метку. Ну, Тибиль, Сибирь. Вот посмотрите, где белая, ну, белая аура сидит, блядь, с щитком и жрет эту рыбу. Зачем вы вплотную к ней подходите? Идите назад, бухой, Мавар. Краш-тест. Парни не выкупают, что они рыбу заслонят. Так, теперь по ЕПшке минус. Капитан нефти два раза минус за первого босса. Или три, сколько он там раздох? Два или три? Сам, пускай он сам скажет, сколько ему минусов. Минус на минус дает плюс. Это на Тадиусе. Здесь так не работает. Так. Извиньку минус соточку. А мне он рейд ладно. Это время вышли тактику на Тадиус, Саня. Не, Саня, ты просто сейчас назначай на стороны и просто смотри, с какой стороны залетает. И просто минусуй. Так, еще раз. Киберкотлета слева, Петя справа, Женек сзади. Женя, тебе не надо бегать влево-право, ты только ловишь сферы, которые летят именно в нас по траектории. Математика, ебать. Там просто можно стоять в нас, одну линию и ты их ловишь. И двигаться, блядь. Право-лево, 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 блядь. Я тебе для чего зад дал? Потому что зад проще всего ловить. Сзади просто стоишь и просто вот так вот бегаешь чуть-чуть влево-вправо, влево-вправо, все. Left-raft, left-raft, left-raft. Все, заходите все в одну точку, прям в один фрейм становитесь. Это то же самое, сейчас поставлю. Щитаните капоны, Аль, пожалуйста, с пула. Чайника, звездочка. Бьем пока по звездочке все. Еще раз готовность, последняя готовность, и будем пулять. Войт, бревесник. Захожу. Угу. Ой, ты нормально тут? Котлета. Петя, тебе надо запор? Друид. Надо. Мишка. Чуть поближе, не бойся. Радиус там 8 метров. Буревестника нет. Да, то есть... Он сейчас зайдет, он написал, что сейчас зайдет. Смотри, твоя задача вот только вот эту зону ловить. Вот, все, что летит сюда, киберкотлет. То же самое у Женька. У Женька вообще радиус мега мелкий. Вот, все, что надо ловить. Вот, от сих до сих. Вот, от сих до сих. Все, больше тебе бегать ничего не нужно. Понятно? Скилловый.
него было две... Ничего, лаганул, просто... Просто вайпанул и все. Бета-тестер. Все, все готовы.